Итак, ребятки, сегодня 17-го года, 3 сентября. Нахожусь на РТШ, приехал только рыбачить. Вот такое вот место. Там он катер Морозовский стоит. Вон там. Вон там. Во. Видно, может быть. Вон он. Вот он. Вот. Короче, буду пробовать ловить щук. Встал на якорь. Сейчас вот сачок распутал. Поставлю его на место. На законное место. Сачковое. Вот сюда. Пускай он стоит, дежурит. Эх, 2 дня не рыбачил после той рыбалочки. Помните? 31-го, когда я был на рыбалке с Пашкой. Вот сегодня почти в том же месте. Ну, попробую. Пашка что-то мне не позвонил, наверное, на работе. Такие вот дела. Время уже 12 час дня. Все, всем пока, ждите отчет. Итак, ребятушки. Вот эту вот блесну я купил позавчера. Добавил к ней еще вот этот тройничок. Сейчас поймал вот эту вот щучку. Примерно она грамм 500. Небольшая. Вот она, первая сегодня. Такие дела. Сейчас мы ее вытащим. Отсюда. Ну, блядь, давит. Через сачок пролазит. Видите? Щучка. Так, ладно. Закидываю в садок. Ушла в садок. В садке он наебывает. Все. Поймал вторую, ребята, щучку. Проплыл буквально 200 метров. Короче, у меня там сход был один возле первой. Потом вот здесь вот возле кустов тоже сейчас. Под куст кинул так просто, на отвес. Взялась килограмма на полтора, наверное. Ну, слабенько взялась. Без проводки, короче. Не заглотила даже и сошла. И сейчас вот тоже 500-ница попала. Сегодня что-то мелковатые щучки. Так, все, дальнейших отсчетов ждем. Вот, ребятки, и третью поймал. Вот она. Ляжить. Что-то они маленькие сегодня, блядь. Ну, видите, какой вал, блядь. Вообще заебывает этот вал. Пиздец, короче. Рыбачу. Итак, ребятки. 6 часов. Спустя 5 часов поймал еще сейчас щучку. Короче, волна была пиздец какая здоровая, блядь. Я, короче, гонял. До этого. До рэба. Хотел в рэб заехать. Нихуя не получилось. Там, короче, речка узенькая. Раз. Мелкая. Два. Короче, волна вообще хуёво мне все давала. Короче, рыбачить. Сейчас вроде бы все нормально. Штиль такой вроде. Вот щука вообще покоцанная. Покоцал её кто-то, блядь. Сейчас я её достану. Короче, вот у нее покоцанное место. Видите? С этой стороны. И с этой стороны, видите, какая. Ну, щука так. Приличных размеров. Около КГ. Вот. Поймал, ребятки, пятую щучку. Чуть вытащил. Килограмма на 2. Видите, как она прыгает, дура. Ладно, все, паузу нажимаю. Вот, ребятки, 3 сентября поймал щучку в том же самом месте, где, по-моему, 31-го, да, 31-го. О, как попалось. Видите, да? Вообще четко. Ну, полкилошница где-то. Вот отсюда вытянул. Такие дела.
Нахуй, она дергается, оторвалась, нахуй. Ну, ничего страшного. Дура только заморалась. Вот, ребятки, вторая. Ебать мой хер. Спустя часа три, наверное. Сейчас посмотрим, как она попалась. Был дождь, короче. Я одел супер-пупер плащ. Видите, как забагрилась. И во рту у нее вот такая вот бякушка. Карандаш, блядь, грамм на 150. Отпускать не буду. Спустя еще часок поймал третью чурогайку, такую же, как вторая. Такая же самая маневрация. Отсекал ее. Даже не знал, что она попалась. Возле берега. Вот в этом окошке, прямо вот сюда, вот так. А что-то я уже подзаебался, уже 7 часов доходит. Ну, тут осталось хули 2 часа порыбачить. Может быть, и будет вечерний клев. Нихера не ловится, погода сегодня тоже херовая. Сейчас дождь шел. Второй раз уже дождь шел. Поймал, ребята, четвертое. О как. Там две утки сидят. Вот она, пятая, ребята. Взялась. Тюпу вот. В самом конце. Вот она. Пятисотница. Добротная щучка. Пятисотница. Короче, у меня сегодня три таких 500 граммовых и две, получается, грамм по 150 чурогайки. Вообще малые дрищухи. Там охотник метров 300 от меня охотится, короче. Их там уже, походу, двое. И это... Не дают мне туда пройти. Я не... вон до того куста хожу, который на углу. Вон тот, видите? Вот тень его, наверное, падает в воду. Вот он. Видите? Вон до него хожу. А дальше не хожу, чтобы не пугать. У него там, короче, чучела в воде. Вот такие дела. Ладно. Пятая щучка. 4 сентября 2017 года. Как мы умеем дергаться. Такая вот щука. Сучка. Фишерман Хунтер. Вот она, ребятки, шестая, но уже больше, чем те карандаши. Взял тут же. Ну, спустя минут 5, наверное. Все, конец. Тот охотник, короче, уже за утками поплыл. На лодке. Вот там, может, будет видно. Справа булькается. Вот седьмая щука, ребятки. Было, короче, штуки 4 охуенных схода. Одна прямо где-то до килограмма прям была такая. Тащил, блядь. Ну, короче, она сошла. С той стороны, короче, тащил. Это метров 30 примерно. Возле берега моей стороны она почти была уже и ушла, короче. Такие вот, ребятки. Вон мой пакет виднеется. Вон. Вот за пальцем. Видите, вот там точка, мне до туда дойти. И будет уже темно. Все. Ребята, восьмая щука. Только закинул, блядь, сразу же. Короче, с середины. На середину кидаешь, она выскакивает. Вот. Нормальная пятисотница.
Девятую взял. Пакет уже вон виднеется. Видите, дождик пошел. Ну, это такая небольшая, грамм 200. Пауза. Десятая щука. Десятая, вот он пакет. Пауза. Вот мои сегодняшние. 4 сентября 2017 года. 10 черогаек. Вот такой вот улов. Уже темень, блядь. Фонарик на лобный садится. Хуёво, короче. Буду съёбываться с рыбацкого места. В планах у меня сюда приехать со строгой. Здесь не такое уж и большое озеро. Не глубокое, мелкое. Я думаю, черогайки можно будет потыкать на вилку. Ха. Вот такие дела. Ладненько, все, складываю рыбку и пиздую до дома. Приехал на лесопеде. Туда-сюда, бля. Ну все, ребятки. Вот такие вот дела. Такой улов. Дома еще, может, сниму. 23 октября 2017 года. Нахожусь на РТШ. Короче, уже часа 3 отплавал. На спиннинг ни одной поклевки. На щуку. Вот сейчас вылез согреться, блядь. Ноги охуели. Вообще ноги замерзли, блядь. Вот такие вот дела, ребятки. Ну там он. Залив. Замерзший уже. Пробовал или на троллинг. Просто сплавлялся, по дну пускал силикон. Не буду говорить, что был удар. Но похожее что-то было. Так что считай, что ничего и не было. Щуки вообще нету. Возле берега, блядь. Не знаю, почему хуёво так идет. Рыбалка у меня. Да. Всем пока. Думаю, что нынче я уже не поймаю на спиннинг щучку. Буду греться. Вот насолил за все лето рыбы. Щук. И вот в этом байке. Щучки-то не маленькие. Ну, представляете, какой бак. Полный щук. Потом... Ну, тут у меня мелкие, вот что с речки были. Где я про вилку-то вам говорю. Сейчас покажу. Вытащил их, уже вялю. Вот они вялятся. Высохли, пиздец. Ну, это вот пятисотницы, которые были. На поппер когда ловил. Сейчас вот высушил. Жду, когда они чуть-чуть отсыреют. И будет вкусная щучка. Потихоньку съем за зиму.